Меня зовут Андрей Бакало, я являюсь руководителем объединения Союза христианских церквей Украины «Слово жизни». Также являюсь пастором церкви «Слово жизни» в городе Одессе. Являясь частью Духовного совета, Духовный совет, мы ежегодно проводим семейные акции, семейные шествия и также работа с семьями. Почему? Потому что семья – это важно. Почему? Для того, чтобы человеку получить водительское удостоверение, нужно несколько месяцев учиться. Почему? Для того, чтобы получить лицензию доктора, нужно учиться несколько лет. Почему? Для того, чтобы создать семью, учиться не нужно. И это создается, и на сегодняшнем законодательстве человек может создать семью за один час и точно так же развестись за один час. Но семья – это что-то важное, чему нужно учиться и что нужно защищать, потому что семья сегодня под ударом. Поэтому мы, как Духовный совет, как церкви, как религиозные организации, мы заботимся об этом, зная, что семья – это ячейка общества. Если будут сильные семьи, будет и сильное общество. Сегодня есть множество абортов, к сожалению, в нашей стране. Сегодня есть много бездомных детей, беспризорных детей. И это бич общества. И мы можем пинать и говорить о том, что у нас есть экономический кризис, но на самом деле у нас неправильное отношение к семье. Поэтому мы верим в то, что вот такие вот семейные акции и работа с семьями ежедневная, она должна происходить не только в Одессе, но по всей Украине. Поэтому мы приглашаем вас принять участие в шествии в защиту семейных ценностей, в шествии счастливых семей, которое состоится 18 мая в 16:00 с Греческой площади. Добро пожаловать!